Кофе – напиток, фанаты которого составляют значительную часть населения планеты. Для кого-то чашечка ароматного кофе с утра – это привычка, для кого-то уже необходимость, а для многих – целый ритуал. В очередном эпизоде проекта информационного агентства «Влад Ньюс. Попробуй на себе» журналистка София решила поближе познакомиться с этим напитком и для этого решила примерить на себя одну интересную профессию. А для того, чтобы разобраться в ее тонкостях, она обратилась к настоящему мастеру приготовления этого напитка и по совместительству – хранителю одной уютной кофейни в центре Владивостока. Екатерине. Итак, доброе утро. Сегодня на один день ты станешь бариста. И это очень интересная профессия, она удивительная в своем роде. Существует заблуждение, что бариста – это человек, который просто готовит кофе, но это не так. По ходу подготовки журналистки ко вступлению в ряды кофе-творцов, Екатерина рассказала о кофейной культуре много интересного. Так мы узнали, что кофе из Африки всегда яркий, сочный, из Латинской Америки – элегантный, а из Азии – пока неизведанный, хотя Вьетнам – лидер по количеству экспорта кофе, так как зерна здесь собирают 4 раза в год. И вот краткий экскурс в основы профессии бариста подошел к концу. Теперь переодевание в рабочую форму. В нашем случае это фартук. Наставница Софии показала ей ее рабочее место и ознакомила с оборудованием. Мытье рук входит в обязательный список требований перед тем, как начать готовить кофейный напиток. К слову, основой последнего во всех случаях без исключения является эспрессо. Это концентрат, который можно правильно приготовить только при помощи кофемашины. Потому что именно давление нам позволяет вытянуть все масла и получить эспрессо. Для стабильности мы всегда используем весы. Потому что все люди разные, да, и мы таким образом исключаем человеческий фактор. Поэтому. Первые несколько таких основ для кофе сделала сама Екатерина, попутно давая пробовать журналистке. А потом и сама начинающая бариста приготовила несколько своих основ для кофе. Ну как? По языку распадает. Да. Чувствуешь кислотность? Чувствую, да, очень кисло. Это, да, наверное, первый эспрессо каждого, он примерно такой. Потому что действительно вкус очень концентрированный. Далее приготовление капучино и гвоздь программы – рисование пенкой прямо в кружке с кофе. На этом этапе наставница София отметила, что самое главное – создавать шедевры изобразительного искусства как можно быстрее, иначе молочная пенка осядет и кофе остынет. Сегодня мне Катя показала весь этот кофейный мир, всю эту кухню изнутри. И это, конечно, непростой труд. Бариста просто нон-стоп трудится, поток огромный. И хочется пожелать вам терпения и удачи. Спасибо. Евгений Черемухин, Сергей Тулатиев. Новости на 8.